Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить очень быстро, очень простой, вкусный, ароматный джем, который будет очень вкусный и сладкий, но без сахара. И калорийность его будет всего лишь 30 килокалорий на 100 граммов. Готовится моментально, и именно этот способ дает очень хороший джем. Итак, нам потребуется примерно 500 граммов тыквы. Тыква должна быть сырая, не крахмалистая и не слишком сладкая. Затем мы берем и измельчаем ее в измельчителе. Почему в измельчителе? Я пробовала готовить джем и кусочками, и на терке терла, и в измельчителе. В измельчителе получается самая приятная, самая вкусная консистенция. Получается вот такая интересная консистенция. Вот такие мелкие-мелкие крупинки. Очень интересные, когда они получаются в джеме. Кстати, если вдруг ваш измельчитель или блендер не может сразу смолоть вот эту тыкву за счет ее жесткости, туда можно добавить немного воды. А теперь смотрите, как все просто происходит. Я беру, выкладываю всю эту тыквенную смесь в хорошую сковороду с антипригарным покрытием. И готовить буду именно в ней. Мне не нужны никакие медные тазы. Так все отлично получается. Также я добавляю сюда примерно 1 столовую ложку настоящего натурального лимонного сока. Это для вкуса. Его можно класть и больше, и меньше, кому что больше нравится. И также я всегда добавляю заменитель сахара, потому что я сладкоежка. Заменитель сахара, конечно же, берите тот, в котором 0 калорий или почти 0 калорий, потому что есть заменители сахара довольно калорийные. И теперь ставим эту всю смесь на медленный огонь и варим до готовности. Готовность тоже каждый определяет по-своему. Я варю примерно 20 минут. Я люблю, чтобы крупиночки чуть-чуть чувствовались. А, например, моя приятельница любит прямо доваривать хорошо, чтобы была очень однородная смесь. И вот смотрите, моя тыква уже кипит, она скоро будет готова, она будет очень вкусная, очень ароматная. Кстати, сюда я иногда добавляю еще отруби по желанию, а также очень хорошо сюда подходит еще и ванилин. Тоже получается очень вкусно, такой своеобразный, очень приятный запах. И вот посмотрите, какая чудесная смесь у нас получилась. Это настоящий тыквенный джем. Он очень густой, это я его уже остудила в холодильнике. Очень приятный, немножко кисленький, немножко сладкий. Очень приятно пахнет. И самое главное, имеет очень низкую калорийность. 30 килокалорий на 100 граммов. То есть вы можете смело его есть даже вечером. Но, естественно, не переедать в любом случае. Это улучшает пищеварение, улучшает цвет лица. Даже говорят, что тыква помогает от морщин, если ее регулярно ешь. Вот такой приятный десерт я себе готовлю. И самое главное, что я ем его и советую всем моим подругам и родственникам, потому что действительно полезная и вкусная еда. Напишите, что вы готовите из тыквы. А также подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы, смотрите ссылки в описании, прикрепленные комментарии. На моем канале более 300 рецептов для похудения. До свидания, удачи всем и желаю вам всем быть стройными и красивыми.